Временем эстафета «Пламя мира» уже в Новогрудке. Спортивный огонь пронесли по знаковым местам первой столицы ВКЛ. Эстафету принял дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Дебелко. Затем «Пламя мира» направилось к местам Новогрудского замка, самой высокой точки в городе. Факелоносцем стала белорусская плавчиха Александра Герасименя. Не просто было нести факел, он хоть и не очень тяжелый, но достаточно длинный, плюс еще ветер, но, конечно, все ребята, которые стояли рядом, поддерживали и встречались с таким восторгом, придавали силы, уверенности, ну и плюс, конечно, такой большой праздник, очень приятно было в нем поучаствовать. А завтра факелоносцы посетят Лидский район. Огонь вторых Европейских игр встретят сразу несколько крупных предприятий. «Пламя мира» пронесут и по Лидскому замку.